Дерево сад – это новинка отечественной селекции и настоящая находка для небольших участков, так как с одного дерева вы можете получать плоды разного срока созревания, различные по вкусу, различные по цвету и размеру. Не потребуется дополнительная посада деревьев-опылителей, так как являются опылителями друг друга. Черешня ленинградская черная. Основные характеристики. Авторы – Павловская опытная станция ВИР, город Санкт-Петербург. Тип роста – среднерослый. Сроки созревания – средний. Размер плода – среднее. Назначение – для употребления в свежем виде. Урожайность – высокая. Высота дерева – М3-4. Вес плода – Г3-3,5. Крона – компактная. Окраска плода – темно-вишневая, при полном созревании – почти черная. Цвет мякоти – темно-красный. Мякоть – консистенция – мягкая, волокнистая, сочная. Черешня Ревна. Основные характеристики. Авторы – М.Ф. Коньшина, А. И. Астахов, Всероссийский НИИ Люпина. Год допущения к использованию – 1994. Тип роста – среднерослый. Сроки созревания – поздний. Размер плода – средний. Самоплодность – частично самоплодный. Назначение – универсальное. Урожайность – высокая. Вес плода – Г. 4,7–7,7. Размер плода – мм, 19 на 20 на 19. Крона – пирамидальная, средней густоты. Лист – крупный, широкий, яйцевидной формы, темно-зеленый, толстый, кожистый. Дерево сад – 2 третьих летка, черешня – 2 сорта, ленинградская черная ревна – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, садов. Черешня прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола дерева сад – 2 третьих летка, черешня – 2 сорта, ленинградская черная ревна можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания черешни прекрасно подходит открытый грунт. Дерево сад – 2 третьих летка, черешня – 2 сорта, ленинградская черная ревна имеет средне-ранний срок созревания. Плоды черешни созревают в месяце июль. Вкус сладкий, мякоть сочная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад – 2 третьих летка, черешни – 2 сорта, ленинградская черная ревна – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.